Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос накануне грандиозного турнира в Сыктывкаре AMC Fight Night записал послание Александру Емельяненко. Емельяненко, я иду за тобой. Здравствуйте, здравствуйте. Люди добрые. Я уже в Москве. Емельяненко, я иду за тобой. Хай-хай. Александр Емельяненко тем временем не торопился отвечать. Вместо этого он встретился с главой Коми Владимиром Уйба. Совместное фото именитый российский боец разместил в своем инстаграм. Но буквально несколько минут назад бойцы все же встретились лицом к лицу. Они устроили дуэль взглядов. Все нормально. Марсио Сантос. Ординарного не произошло. Александр Емельяненко пока что расходится. Все произошло во время перерыва баскетбольного матча, который в эти минуты проходит в КСЦ Ренова. Сыктывкарская Ника принимает клуб ДВТК из венгерского Мешкольца. Это очередной матч группового этапа Еврокубка. Первая встреча на поле соперников завершилась в пользу венгерок 65-58. Теперь рыси должны брать реванш, чтобы продолжить борьбу за выход из группы. Удалось ли им это, смотрите сразу после выпуска новостей. Трансляция с поединка.